Больничный по телефону в Германии пациентам с легким заболеванием верхних дыхательных путей будут выдавать до 31 мая. Цель – защитить пациентов частных врачебных практик от инфицирования коронавирусом, а также разгрузить врачей. В случае, если по окончании срока действия больничного пациент еще имеет явно выраженные симптомы заболевания, продлить больничный, выданный по телефону, можно тем же путем еще на 7 календарных дней. В Германии хотят реформировать систему образования. Первым делом предлагают изменить расписание школьников. Эксперты считают, что необходима тематическая направленность уроков, больше индивидуального обучения и междисциплинарных занятий. Руководители школ также хотят в будущем опробовать модель школы полного дня. Они уверены, что это позволит добиться хорошего результата и сделать детей более самостоятельными. А еще директора хотят, чтобы школа лучше готовила детей к взрослым жизни, поэтому на уроках нужно давать больше практических знаний и навыков. Правительство ФРГ решило пойти навстречу арендаторам и снизить коммунальные платежи за счет сокращения платы за выбросы СО2. Она является частью платы за отопление. С 1 января 2023 года меньшую плату будут вносить за отопление те квартиросъемщики, которые живут в домах с плохой изоляцией. Скидки будут действовать на основе специально разработанной 10-ступенчатой модели. Согласно этой схеме, арендодатели домов с плохой изоляцией будут перенимать на себя большинство расходов за выбросы СО2. Они будут платить до 90% этой суммы. Квартиросъемщики таким образом смогут сэкономить до 100 или 150 евро в год. А вот арендаторы в хороших и теплых домах по-прежнему будут оплачивать почти 90% платы за выбросы или даже все 100. Однако плата эта существенно ниже, поскольку дома модернизированы. Германия опасается остаться без шоколада. По словам председателя Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиана Фассена, ситуация с угрозой прекращения поставок топлива из России может привести к исчезновению кондитерской отрасли в стране. Он также рассказал, что в стране значительно выросли цены на сельскохозяйственное сырье, например, на пшеницу, подсолнечное масло и орехи. Также подорожали молоко, сахар, яйца и пальмовое масло. Повышение цен отразилось на кондитерских компаниях по всем направлениям. Медики перечислили продукты, снимающие стресс. Возглавляют список сельдерей и чеснок. Они содержат триптофан, который способствует нормализации кровообращения, усилению процессов детоксикации, а также являются прекрасными антиоксидантами, способными защитить организм от стресса. Полезны в борьбе со стрессами индейка и сыр. Исключить же из рациона питания, по словам специалистов, стоит выпечку и кондитерские изделия, так как настроение ими может быть повышено только временно.